Привет, привет. Хотел я заснять магазин, в который я приехал. Цель моя – это запрограммировать все-таки этот микрочип, транспондер в ключе для моего Nissan Кубик. И тут прям вот камеру только достал, распечатал, включаю и подъезжает. Подъехала почта UPS и все перегородило. Там такая вывеска хорошая, я это хотел вам показать. Что, да, как и почему. Магазинчик хороший с точки зрения всяких болтиков, шурупиков. У них большой выбор. Есть как нержавейка, как каленые, такие черные, пропитанные маслом. И обычные, там не знаю, как они. Даже на них резьба не вырезана, а на них резьба выдавлена. Сейчас он уезжает. Почту не доставил. Даже двери, а вон дверь у него слайдер. Вот магазин. Indian Trail Hardware. Штил. Тут все есть. Очень хороший магазин. Их много по Шарлоту. Не знаю насчет других штатов. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот реклама у них стоит, что зачем платить большие прайсы дилерам, когда можно все сделать у нас. Мне было сказано, когда я узнавал, что это стоит 30 баксов у них. Сейчас посмотрим, сколько они мне действительно запросят за ключ. Может быть, они мой запрограммируют. Вот. High tech auto keys. Made here. Why pay dealer prices? Любые. Любые штуки они вам сделают, вырежут и запрограммируют. Как я понимаю, они сделают просто копию, да, дабл. Клонируют. Transponder number. И все. Не знаю, в магазин заходить будем с камерой или не будем. Посмотрим пока так. Без нее пойдем. Всем в магазине запрограммировать ключи не удалось. Что-то он просит больше $100. Но тут даже пистолеты продают. Smith & Wesson 449 баксов. Glock 620. Springfield 470. Rugger. Ножи какие-то. А вот про рулетку играть. Smith & Wesson. 38 SPL какой-то, 5 шарт. Наверное, 5 патронов вставляется в барабан. $1700 Ultra Custom. Heavy Armor Division. Indian Trail, North Carolina. Даже видите, лейбл поставлен. О! Smith & Wesson 1200. Там автомат. Machine gun. Rifle. Henry Big Boy. Там еще какой-то есть. А, здесь, смотрите, ручка вниз опускается. Whitetail Unlimited. Made in USA. South Carolina на нем еще написано. Is this gun heavy? Oh, yeah. Yeah? Can I have it or not? Yeah, you can hold it. Yeah. It looks big. Like, it's like a machine gun. What kind of bullets do you need to go for, to there? 460. 460. It doesn't tell me too much. I'm not a professional gunman. How many pounds? Probably like 7. Whoa! Let me set this camera. It's easier to hold it like this. Handle is too light. Yeah, it's really heavy. What is it? Level? Oh. Sight. Yeah. Yeah. That was bright. Looks good.
How to open this? Ah, this one. Yep. Stopper. Yep. Which way? Down? Yes, in. Ah, just in. Yeah. Wow, it's nice inside. Mm-hmm. Like a mirror. 1, 2, 3, 4, 5. Mm-hmm. Just push it inside? Mm-hmm. No. I don't want to break it. This thing is expensive. 120. Yeah. 1200. Mm-hmm. Never watch inside. As I told us. Okay. No, man. Thank you, it's too heavy. Yeah, man. Yeah. Thank you very much, sir. Yes, sir. Короче, пистолетиком подержал. Блин, тяжелый гад. Реально тяжелый пистолет. Другие, конечно, маленькие. Это такой гангстерский здоровый пистолет. Не сделал и ключи. Запросил, блин, ну, блин. Сначала сотню, потом говорит, ну ладно, давай 80. Ну, было бы 30-ка, я бы заплатил. Остается выход какой? Попробую найти какую-нибудь программу на eBay или где-нибудь на китайском веб-сайте. Потому что, ну, что есть программировать-то? Пароль какой-то там, код, номер и все. Если у кого-то есть информация по этим программерам, по ключам, не думаю, что он там дорого стоит. Даже если он будет стоить 100 баксов, то... Может быть, даже реально его купить, потом кому-нибудь еще ключи сделать. На двоих купить. Хорошо, едем дальше. Едем сегодня, как мне сказали, не работать, а трудиться. Давайте.